Приветище! Мы снова находимся в игре «Сладкая планета». И сегодня мы поиграем... За мышь мы не будем сегодня играть, потому что она практически такая же, как и кот. Разница только, что мы в Африке находимся, и все. То же самое. Такой же вид сверху. И концовочка там довольно скучноватая. Поэтому мы сегодня поиграем за пчелу. Итак, это блок пчеловода, и сегодня у нас пчелиный коллапс. Дело в том, что пчелы стали себя вести очень странно, и, наверное, это все из-за нашего эксперимента. Эксперимент заключался в следующем. Дело в том, что вот для этой колонии пчел мы каждый день делали массаж. Массаж для пчел необходим для того, чтобы держать их в тонусе. И я вам могу сказать, что это очень кропотливая и нежная работа. У нас также имеется более перспективный проект, который называется «Суперпчела». Эта пчела умеет опылять, как и обычные пчелы, цветки. Но она имеет одну индивидуальность. Она очень устойчива к краху колонии. То есть эта пчела может самостоятельно выжить в одиночестве. Но, к сожалению, как вы видите, эта суперпчела находится в колбе. И она не может приступить к полевым испытаниям из-за небольших темпов роста и легкой агрессии в сторону небольших существ. Эй, чуваки, здорово, вы что, фильм здесь снимаете про пчел? Офигенно! Нифига себе! Подожди! А почему у этой пчелы огроменные глаза? Жеванный поцелуй! Почему эта пчела смотрит так на меня? Остановись! Не смотри на меня! Долбанная пчела! Боже! Нет! Зачем ты сломал колбу? Вот они, тупицы, взяли и освободили меня, здоровенную пчелу, точнее, пчелу со здоровенными глазами. Итак, приступим собирать пыльцу. Это что, это тут летает муравей, что ли? Ну, у тебя и хобот муравей. Так, значит, не мешайтесь мне, а то я сейчас за жопу... Воу, хотел за жопу укуснуть. Точнее, за жопку. Простите за мой французский. За жопку хотел укуснуть. Ладно, я продолжаю собирать пыльцу. Кстати, почему здесь огромный, гигантский просто... пчелы, или это... Нет, это пчела. Я вначале подумал, что это оса, но это пчела. Почему она такая здоровенная? А мне тут говорят, что у меня глаза большие. Так, значит, какая вкусная пыльца. Боже мой, да отстаньте вы от меня, муравьеды летающие. Господи, сколько вас здесь развелось, а? Сколько насекомых стало с крыльями. Слушай, интересно, с каких цветков мы собираем пыльцу? Это очень интересный вопрос. Так, полетели вниз. Что у нас внизу? Внизу у нас ничего. Ух, как я отъелся, посмотри, каких я размеров стал. Значит, иди сюда, вот так. Все мои обидчики будут съедены. Кстати, ты посмотри, какой у меня здоровенный ротище. Как он открывается, как багажник в автомобиле. Туда засовывается все, что захочешь. Вот это я хомячело, слушай, реально хомяк. Даже у хомяка нет такого рта. Просто за щеку этих муравьев заталкиваю и все нафиг. Вот это я даю. Так, кстати, я уже стал практически как пчела, вот это вот огроменная. Но, к сожалению, пока я еще не могу съесть. Ладно, ускоряемся. Сейчас мы, ай-яй-яй, отведаем всех этих жучар. Знаешь, как переводится гнет? Я только сейчас прочитал. Это комар. Комар. Да блин, у него какой-то хобот обвисший. Это не похоже на комара вообще ни разу. Он слишком жирный для комара. Да ну нафиг, я бы никогда не посчитал, что это комар. Вот серьезно, это больше похоже на муравья. Ну или на муху, на крайний вообще, вот прям край. На муху похоже. Чтоб это был комар. Оу, кажется, я пчел съел. На, ништяк, пчелки, идите ко мне. Идите, оу. Это же колибри. Ты посмотри, как она летает. Просто, ты знаешь, что у колибри делает очень большое количество взмахов в секунду. А если быть точным, то, по-моему, за секунду она делает 80 или 100 взмахов. Ты прикинь, 100 взмахов в секунду. Это же какая скорость бешеная. Своего рода это маленький истребитель, можно даже так сказать. Ай, кстати, колибри кусаются, да чтоб. Очень классные, красивые птички, но я думаю, что от них надо избавиться, потому что они меня достали, они тут тоже мой нектарин отбирают. Ой, нектарин, да почему нектарин? Нектар! Мою пыльцу! Кстати, смотри, какое дерево. Воу, земля, трава, круто. Может быть, о, наконец-то, колибри, идите сюда. Смотри, сколько в них зеленой пыльцы. Я просто их поедаю вместе с пыльцой, офигенно. Так, все, кто носит пыльцу, все будут съедены. Абсолютно все, вот отлично. Ой, господи, как-то вкусно. Чё-то мне надоело есть уже этих пчел и колибри. Так что давай приступим к цветкам. Где мой цветочек? Цветочек есть! Наконец-то, чё мелочиться? Просто берем и хаваем цветки. Отлично! О-о-о. Все, полетели на другой цветок. А, чуметь. Вот это я понимаю, жизнь.
Просто лухари жизнь пчелы. Чё наверху? Наверху попугай. Снегири! Или не снегири, кто это такие летает? Опачки, смотри, дрон! Дрон! Оу, кажется, я дрон бомбанул. Не, нифига себе, я яблоки хаваю. Пчелы, которые хавают яблоки, да где это видно было? Офигеть. Да, чуваки, хватит тут уже летать, а? Да в топку вас вот так вот сейчас бомбану нафиг всех, вот. Достали папарацци, желтый пресс, и сейчас там понапишут, что тут по городу летает здоровенная пчела со здоровенными зрачками. Будут меня потом все пугаться, еды никакой не останется в этом парке. Это мой парк, отвалите, и я здесь нектар даю, вот, вот что я хотел сказать. Наконец-то я могу хавать эти квадрокоптеры, не только взрывать. О, да, вот это наслаждение, когда эта жужжащая всякая барахолка исчезает. И не бесит, и не нервирует твои мозги, и твои большие глаза, и особенно твои маленькие крылышки. Кстати, я только сейчас обратил внимание, что у меня очень маленькие крылышки, которые таскают огроменную тушу с огроменными глазами. Значит так, снегири кардинал. А, подожди, это не снегири, это птица кардинал. Я, как обычно, все читаю в самом конце. Оу! Оу-оу-оу! Мы находимся в улье, и сейчас мне нужно собрать здесь как можно больше меда. И за мной охотятся пчелы, потому что я ворую у них мед. О, как это вкусно. Мед, между прочим, очень вкусный и очень приторный. Так что его желательно пить с чаем или мазать на батон. Ау, сколько здесь меда, ты посмотри, соты-то какие большие. Здорово, сейчас я это все соберу, все это съем. И пчел тоже съем. Вот так вот нефиг здесь летать. Все мое, ни капельки никому не отдам. Я жадина говядина, все. Все сожру. Вот так. Так, а может там другие соты есть? Надо полететь в какое-нибудь другое место. Во, ты посмотри, здесь еще соты есть. Отлично! Каких я здоровенных размеров-то уже стала? Вот это жиробасина. Слушай, да я сейчас могу соты идти прям целиком схавать. Прям всю вот эту вот плашку деревянную. Так, а есть еще какие-нибудь другие места? Полетели сюда. Здесь бетонная какая-то балунда. Что это за балунда такая здесь? Оу, оу, шишки, шишки, шишуля. Почему я тебя не могу съесть? Я вроде, ну, таких приличных размеров. Ладно, шишки вниз. Значит, надо подъесть. Чего подъесть, только я пока не понимаю. Синий цветок можно съесть. Отлично, едим цветки. Хорошо. Шишули пошли. Шишули, едим шишули. Здорово. Так, кардиналов пока не трогаем. Едим желтые цветки. Еще шишки. Чума. Просто, что теперь? Оу, кардиналы пошли в ход. Здорово. В небе, конечно, хорошо, но надо посмотреть, что внизу. Нет, я еще пока вот эти деревянные плашки не могу с медом схавать. Эх, ладно. Оу, здорово. Здесь что? Угу. Я разломал улей. Боже мой, зачем я это сделал? Там же по-любому сейчас пчелы бушуют. О, здорово, человек. Пошли со мной в уголок. В укромный уголок. Я там тебе такие глаза большие покажу, пчелиные. Ты офигеешь. Вы таких никогда не видели. Есть, наконец-то эти деревянные плашки можно хавать. Так, есть. И так вот. Отлично, ништяк. Оу, я еще и кустарик затащил. Ой. Все попало просто в мой ротище. Все, что плохо лежало. Я все, как экскаватор какой-то, загреб себе в рот. Где эти людишечки? Людишечки, а ну, стопэ, куда это вы бежите? Оу, кажется, я в город залетел. Здорово, чувак. Знаешь, что курение вредит вашему здоровью? Вот, а теперь вообще у тебя нет здоровья. Отлично. О, сколько здесь куряльщиков. Ого, нифига себе, это же Ил-2, по-моему, пролетел, если я не ошибаюсь. Какие здесь крутые вертолеты, самолеты. Блин, это же реально на Ил-2 похоже. Офигеть. Так, и здесь опять курильщики собрались. Конечно, здесь есть чуваки, которые бегают по улице за ЗОЖ, так сказать. Но мне-то что? Мне все люди одинаковы. Все. Людишек нету. Что у нас здесь наверху? Вертолетики пока не могу ухавать. Так, машины разворачиваются. Ну, в обратную сторону повернись. Проезд запрещен, как говорится. Давай, чувак, бегаем, бегаем. Жирочек сбрасываем. Куда я, туда и ты. Ой, надоел ты мне. Скучно с вами, с людьми. Ну что, мне кажется, да, я могу машины поглощать. Ух, как это круто. А может быть уже и вертолеты? Вертолеты поехали, да. Так, где самолеты? Самолеты. Хочу Ил-2. Нет, Ил-2 еще слишком большова для меня. Хорошо, значит, поглощаем машиночки. Есть, есть.
машинами поглощаем за что? За то, что они паркуются неправильно, да? За неправильную парковку, хорошо. Всегда должен быть какой-нибудь, знаешь, этот... Какая-то отмазка, за что мы съели то или иное. Вот, самолет съели, потому что он летал слишком низко. Отлично. А мне вообще можно хоть как летать? Воу! Вот это большой жор пошел, слушай-ка. Вот это меня разнесло. Так, самолетики. О, военные вертолеты, смотри, полетели. Опасно чувствую сейчас, что на меня военные силы обрушатся. Ракеты будут на меня пускать сейчас. Еще и танковая дивизия подъедет. И будет мне, конечно, вообще прям бобо. Значит, съедаем парк. Почти весь парк съели. Да, конечно, пчела размером с целый дом. Такое ощущение, что это не пчела, а нашествие инопланетян. Огроменных пчел, которые пожирают просто все, что находится на Земле. Все летательные аппараты, ездящие аппараты. Ну и, о, мы в центр пробрались. Офигеть, сейчас мы будем высотки и лайнеры хавать. Смотри, я быстрее, чем самолет лечу. Это значит, что моя скорость больше, чем 1000 км/ч. Офигеть. Ладно, фиг с ними, с этими самолетами. Кстати, я могу подкорректировать. О, нифига себе, я спас людей от столкновения самолетов. Ну, ладно, это мне в карму. Плюс, съедаем парк. Что еще здесь можно схомячить? Вертолетики. Кстати, пока танков никаких нету. Истребителей, которые в меня вы тоже пуляли лазерами или пулеметами, тоже нету. Пока все спокойненько. Слушай, такое ощущение, что человечество против меня ничего вообще предпринимать не собирается. Им вообще пофиг на все, то, что я дома их ем, вот, например. Офигеть, я просто взял и многоэтажки сейчас заточил. Опа! Мне показалось, ли я самолет? Лайнер! Я лайнер съел! Божечки! Еще один съедаем, второй съедаем. У меня такое ощущение, что мы сейчас в космос полетим. Вот когда сейчас этих лайнеров наедимся и улетаем в космос. Блин, стеклянные здания пошли в обиход, а они же высоченные. Ой-ой-ой, все снес нафиг, ты посмотри. Я все стеклянные здания съел. Еще и землю начал есть. А что наверху? Наверху что-нибудь есть? Нет, наверху ничего нету. Значит, съедаем все на земле. И потом, кажется, улетаем в небо. А что будем в небе есть, я пока не знаю. Это для меня загадка. Отлично. Опачки, все, кусманы земли сейчас откусываем последние. Так, отлично. Ты посмотри, какой я, а какой город на заднем фоне. Я просто гигантище. Кинг-Конг отдыхает вообще, и Годзилла тоже. Оу! Жесть! Это шедеврально, я съел весь город разом. Это тебе не Котеич. И все, и понеслось. Я сейчас буду поедать планету целую. Очуметь, я сейчас съедаю вот эти вот пласты земли. Потом начну поедать горы. Вот, уже поедаю горы. Оу! Вот это супер пчела, вот это я понимаю мощь, точно, ой-ой-ой-ой, все, понеслась, мы в открытый океан вышли, осталось есть несколько материков, сейчас материки доедаем, или это островки какие-то, не знаю, в общем, съедаем островки, материки, кому как угодно, земля уже начинает скругляться, ёкарный, ты посмотри, какая земля маленькая стала для нас, мы сейчас в космос улетим. Так, последние кусманищи материка осталось есть. Я так и знал, что мы сейчас в космос улетим. Офигеть, пчела огроменных масштабов, больше чем метеорит, больше чем луна, и уже сейчас станет больше чем земля. Да, ты посмотри, вот это земля, голая земля, мы все сажали в ней, там никого нету больше, там просто вода и все, больше ничего там нет. О, так, а что здесь можно съесть? А вот луна летит, смотри, какие мы, а какая луна. Съели луну, съели землю. И все, мы съели все человечество вместе с их землей. Прикинь, это, конечно, масштаб. Это еще круче, чем кота Годзилла. Это супер пчела. Я даже не знаю, как это назвать. Короче, кто как придумал назвать эту супер пчелу, пишите в комментариях. Самые крутые будут отмечены мной. Не забываем ставить лайкосики, оставлять комментосики под видосик и подписываться на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видосика. Ну а я на этом прощаюсь. Всем удачки и пока.